Люблю, друзья, вот это местечко. Здесь всегда поют птицы. Очень нравится. Сейчас мы пойдем посмотрим, в каком состоянии находится наш бассейн. Через год здесь будет тоже реставрация. В этом году это в Нижних Бавлах будет. А следующий год здесь спорткомплекс «Нефтче» будет. Вот здесь тоже красиво, эти домики. Сейчас попробуем пройти, здесь поменьше воды. Вот и ветра нет. Без микрофона можно работать. Мы сейчас поднимемся наверх, там будет. Что у нас? Вот уже почти 2 минуты записи. Смотрим, дышим. Желательно не чмокать. Ну вот уже начали качать. То, что будет таять, он уже качает там. Насос работает. И скоро поплывем. Сколько пройдет, неизвестно. Ну, в таком состоянии сейчас бассейн. Все это талая вода будет. Снеговая. Вот сейчас задул ветер. Но мы прикрыли такой вот штучкой. Поролончиком. Думаю, что он спасет. Вот в таком состоянии сейчас бассейн. Теперь уже и качают. Вот вышка сделана из нержавейки. Раньше здесь была трехэтажная вышка, но она была такая, качалась, но прыгали все равно и солдатиком, и так. Насос, сколько он будет? Ну, сегодня начали, вчера не было насоса, сегодня начали качать. Возможность. То, что снег тает. Сейчас где-то плюс 7. Дай бог, чтобы все было хорошо. Посмотрим, какая там струя. Ну, топит, конечно, все здесь. Не в колодец, а так прям на улице, на почву. Ладно, закончим пока, друзья.